Господа, я только что закончил роман в стихах Евгений Онегин. О, браво! Александр Сергеевич, простите, пожалуйста. Ой, извините, я стесняюсь. Бросьте, бросьте. Прошу, не вольте меня. Ну, хорошо. Слушайте. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее роман и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим. Вот и все, господа. Как вам? Гениально! Потрясающе! Благодарю. Благодарю, господа. Господа, я только что закончил второй том «Мертвых душ». Читать? Николай Васильевич, не стоит сегодня. Ну, не надо так не надо. Я, в принципе, могу и сжечь. А что сказал сейчас?